Вячеслав Михайлович, мы съездили в ваше родное Иваново, вас там очень любят, передают вам привет, были в музее Сикса. Спросить, какие у вас отношения с Ивановской областью? Любите ли вы ее так же, как она любит вас до сих пор? Я думаю, что я очень люблю Иваново, и я ее так люблю. Когда там в 14 играла Сережа Каренина и Бить Ульянова в спектакле «Семья». Я никогда не Сережа Каренина играл. Мечтал быть актером. Мечтал художником. Регулярно я живу в Иваново, потому что у меня там музей, и регулярно раз в году меняю коллекцию. Вообще Иваново – удивительный город. Он стал намного лучше, чем был раньше. А какие у вас любимые места в Ивановской области? Плёс очень люблю Плёс. Очень красивое место. Я там приходил фестиваль, единый совершенно детский фестиваль. Прекрасно проходит. Потом наш фестиваль, когда приезжают со всех гостей. Раньше Иваново называли город невест, да. А сейчас Иваново называют город студентов, да? Да, да, город студентов. Оттуда что, уже невесты все уехали? Нет, просто их мало сейчас осталось. Чего? Девчонок, ну просто, вероятно, вышли замуж. Вячеслав Михайлович, а можно такой вопрос? Да. Может быть, что-то нашим зрительницам посоветуете? Да. Что нужно сделать, чтобы в этом году быть модной? Что нужно носить? Знаете, в общем, носить нужно все, что нравится тебе непосредственно самой. Вот. Я думаю, что это наиболее правильный ответ будет. Я считаю, что, в принципе, лучше всего иметь, что мы говорим, робби пиджак мужского стиля. Пиджак с прямыми плечами, полуприлегающий, так, почти плетальный, может быть, даже полуприлегающий. Юбка прямая, узкая, либо расширенная юбка. И уж такой с плессировкой или с гофре. Может, такой даже вариант. Потом внутри блузочка маленькая, белая, типа пушковой сорочки, которую вы поднимаете вот так вот, чук, и завязываете шарф шелковый. Получается, раскушу совершенно у вас любой вариант. В общем, я русский партнер, делаю очень много из палопосадских платков, и платье маленькие, коктейльные, и костюмы роскошные получается. Просто вечернее платье отдельной красоты. Вы научили европейцев, да, и показали им красоту, да. Культуру русской одежды. Да, да. Вот сейчас был в Париже, участвовал в этом неделе в этой фольклорной моде, и очень хорошо прошел. Я теперь не боюсь выезжать в Париж. Стеснялся сначала, а сейчас не боюсь. Почему стеснялись? Я как-то считал, что мол, лучше французов нет. Вот. А сейчас убедился, что, в общем, сейчас есть. Здорово. Да. Мне кажется, мы свою культуру иногда недооцениваем, считаем, да. Что у них там все лучше, все уже сделано, все написано, все сшито, но это же не так. Совершенно не так, совершенно. У нас потрясающие национальные традиции. Народ, конечно, так многолик, удивительно, совершенно. Вот я постоянно туда черпаю и чувствую не очень до конца жизни этой красоты. А почему некоторые люди скучно одеваются? А вопрос, реально, они просто по натуре такие люди скучные. Точно. Спасибо вам огромное. У нас программа называется «Бакенбарды Пушкина», и мы хотим вам подарить поэму Александра Сергеевича Пушкина. Я понимаю, что вы их читали, но это просто программа, это традиция. Спасибо вам большое за встречу. Спасибо большое. Спасибо, Пушкин, здорово.